Димет Оздемир, которая продолжает съемки в популярном сериале «Твой дом, твоя судьба», порадовала своих поклонников информацией о новом проекте. Что же сообщила звезда прессе? Прекрасные новости для поклонников Димет Оздемир. Актриса дала небольшое интервью журналистам, которые заметили ее в торговом центре «Зорлу». Димет призналась, что была не уверена в решении, выпускать или нет свое танцевальное видео. Однако отзывы, которые она получила, были очень позитивными. Это ее порадовало, ведь она очень любит танцевать. Главная же новость, которая обрадовала всех, это новый проект звезды. Димет сообщила, что летом, если не произойдет ничего экстраординарного, она собирается сняться в новом фильме, где сыграет главную роль. Разумеется, турецкие зрители тут же принялись гадать, в каком именно фильме будет сниматься Димет Оздемир. Многие выражают надежду, что она поработает в драме продюсера Анура Гюнатама, которую он готовит для интернет-платформы Netflix, главную роль в которой сыграет Кыван Чатлыту. Предположение вполне имеет право на жизнь, ведь Димет сейчас работает вместе с продюсером в сериале «Твой дом, твоя судьба». Однако пока это всего лишь фантазии поклонников. Точно известно, что контракт уже подписан, и нам остается только дождаться объявления компании-производителя и партнера. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.